Власти непризнанного Нагорного Карабаха сообщили о гибели 4 мирных жителей за минувшие сутки. Они, как говорят в Степанакерте, стали жертвами обстрелов приграничных сел со стороны Азербайджана. Потери карабахских военнослужащих – 84 убитых за 2 дня боев. По данным Министерства обороны в Баку, армянские силы обстреливали населенные пункты на азербайджанской территории. Погибли более 10 гражданских лиц. Войска Азербайджана ночью и утром вели бои за город Физули, его армянское название – Варанда. Военное ведомство Азербайджана утверждает, что его части успешно отражают контратаки армянских сил, удерживают занятые накануне участки и наносят противнику урон в живой силе и технике. Представители Министерства обороны Армении говорят об уничтожении солдат, опорных пунктов и материальной части противоположной стороны. Накануне Турция выразила поддержку Азербайджану. Россия, Франция, Соединенные Штаты и другие страны призывают участников конфликта проявлять сдержанность и начать переговоры.